Да, показываю трусы. Лора Эшли. Так, еще у нас есть вот такие вот конфеты, которые сделаны в форме макарунс. Французские, сделанные в Франции, 525 грамм. Так, я вот пытаюсь вытащить. Сейчас вытащу. Так, и вот здесь такие виды. Значит, зелененькая шоколад, белый молочный шоколад с лаймом. Потом с кокосом, опять же молочный шоколад. И здесь идет темный шоколад с малиной, я, наверное, думаю. И молочный шоколад, какая-то фруктовая страсть. Вот этот повар, вернее, вот этот вот шоколатье был признан дважды, какой-то выиграл приз по шоколадному делу. Так, вот такие две вазочки я дарю. Одна, ну, как бы селедочница, может быть, селедку под шубой. А вот это просто вот как салатница, но разных видов, или там икорница. Как вам нравится?